Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Предлагаю вашему вниманию ролик, который я назвал «Все, история раскрыта, закрываю канал». Значит, хотел вам предложить вашему вниманию документ, который я обнаружил на просторах интернета. Шокирующий документ. Даже можно сказать, это и не документ, а это комментарий к вот этому вот моему ролику. Вот, значит, давайте я вам немного зачитаю, и вы сразу же бросите заниматься историей, потому что все теперь стало нам известно. Вот это вот мадам Марина Маросси Делюкс раскрыла наконец-то всю нашу историю, всего нашего государства. Поехали. Эх, ребятки, если бы вы знали, славяне были рабами. Слейв по-английски раб, склейв по-немецки раб. В древности, а точнее в 2-4 веке, славянами называли жидов. Ими торговали русы. Это был единственный ходовой товар, который приносил прибыль. Надеюсь, теперь понятно, откуда у них такая ненависть к русам и ко всему миру. А русские – это те же варяги и венеды, бывшие язычники. Надеюсь, теперь вы понимаете, почему из русов великой нации сделали русскими славянами. Горестно, но это так. Вот, значит, получается, что Миллер, Шлёцер и как там этот Шванштайнгер III, они были, оказывается, правы, ребята. Вон, оказывается, что. А этот, значит, как его там, Ломоносов, вот этот вот лошара, он, значит, нам вот этих вот, единственный ходовой товар, который приносил прибыль, это он, значит, нам вот это и ах, он какой сволочь! Ладно, поехали дальше. Русы – это самостоятельная нация. Но прародителями были древние тюрки, кипчаки. Точнее сказать, дешт и кипчак, родом из Алтая и Сибири. Колыбель цивилизации была именно на Алтае. Именно оттуда во 2 веке началось великое переселение народов. Прародители почти всей Европы и Востока были тюрки. И не надо представлять себе, что древние тюрки выглядели монголообразно, с раскосыми карими глазами и смуглой кожей. Это совсем не так. Они имели светлую кожу, синие, как море, голубые, как небо, и зеленые, как трава, глаза, и светлые до рыжих волосы. Светлые, да, у нас по-русски говорится, убил рыжего, увидел рыжего, убей. Вот как у русских говорится. Голубые и зеленые, как трава, глаза. Так, ну ладно, поехали дальше. Именно у них родилась глаголица. У монгол. И все, и я еще раз повторяю, все так называемые славянские руны – это тюркские руны. Именно они прародители. Ой, это кино, люди! Азербайджанцев, американцев, англичан, башкир, болгар, венгров, гагаузов, грузин. Это мадам из Германии, она, кстати. Она даже, видать, и разницы не видит между грузином, русским, американцем и азербайджанцем. Так, ну ладно. Венгров, гагаузов, грузин, испанцев, итальянцев, казаков, казахов, киргизов, корейцев,
крымских татар, кумыков, монголов, немцев, русских, сербов, татар, турок, узбеков, украинцев, французов, хорватов, чехов, чувашей, якутов и многих других. Я не могу, ребята, это цирк. Валера, ты помнишь, я тебе только что писал про якутов? Ну точно, блин, это она была. Это истина. Вот почему мы все взаимосвязаны. Ребята, вы перемешало все. Люди и кони, мухи и котлеты. Это кино, граждане. Это истина. Вот почему мы все взаимосвязаны. Но в то же время каждый народ считает себя лучше, эксклюзивней, так сказать. Пора бы вспомнить своих предков. Тюркский, рус-эсэсский. СС, это, наверное, она что-то там путает с Германией. Ну ладно. Вся архитектура прошлого – это строение наших предков. О, точно! Я так и знал, что Джамшут и... как этот второй там... Равшан и Джамшут – это они все строили. Я так и знал. Вся архитектура прошлого – это строение наших предков. Замечу, что я не из Руси. Я немка. Я живу с раннего детства в Германии, но это также мои прародители, как и всех вас. Вот тут я сейчас должен, ребята, заплакать. Но это надо же, она наконец-то дождалась от своих прародителей. Какое счастье привалило в Германию. Граждане, звоните быстрее в передачу «Жди меня». Это такое счастье для всех немцев привалило. Я изучала древнюю историю. Это, наверное, Миллер, Шлёцер и Байер. Это она про них имеет в виду. Я изучала древнюю историю и видела, читала. Ой, граждане, не могу, были слёз смотреть. И держала в руках многое, ребята, и держала в руках многое, чего не видел никто, за исключением нескольких человек. Это ваше право, верить или не верить, но это чистая правда. Просто спросите себя, почему об этом почти ничего не известно, и я вам отвечу. Потому что это кому-то очень надо. Ну надо же. Ну все, закрываю нахрен канал. И бросаю этим делом заниматься. Все понятно. Зачем? Вот сейчас сыновьям все вот прям вот это зачитаю. И все нам станет ясно. Разрушались памятники и храмы. Ах да, а христианцы, наши предки, знать не знали. Бога небесного звали Тенгри. Ё-моё, господи, тенгрианство единобожное, а Рим был тогда язычником. Соответственно, не наши предки были варварами и дикарями, а именно Рим. Вот такая вот история в изложении Марина Мороси Делюкс. Заходите, ребята, на канал на её... И вам все станет понятно. Спасибо за внимание. Так как раньше говорил, изучайте историю, читайте книги. Прошу прощения. Больше такого не повторится. Не читайте книги, не изучайте историю. Заходите на канал Марина Мороси Делюкс. Спасибо за внимание. До свидания.